Плеяда талантливых педагогов в Амгинском районе провели республиканский конкурс среди учителей русского языка и литературы. Плеяда талантливых педагогов в Амгинском районе провели республиканский конкурс среди учителей русского языка и литературы с таким названием. В этом году проект посвящен светлой памяти учителя русского языка и литературы Балугурской школы, почетного работника общего образования России, отличника образования Якутии, обладателя гранта президента «Лучший учитель» Марфы Юдовны Ивановой. Также в этот день присвоили имя Марфы Юдовны кабинету русского языка и литературы, где она долгие годы учила не одно поколение детей. В конкурсе педагогов приняли участие 6 команд из заречных районов и Якутска. Участникам дали темы, по которым они провели открытые уроки. 4 этапа. Сейчас идет 2-й этап. Дают фрагменты уроков. Но там тоже как повезет, потому что все по жеребьевке. Они всего где-то час назад получили тему. То есть все на импровизации. И каждый этап такой. То есть потом они будут решать методические, педагогические задачи. Тему они получат за 10 минут до выступления. Получила много опыта от опытных наставников, от своих же учителей, своих же наставников из своей же школы.